Всем привет! В Москве сейчас 6 часов 50 минут, воскресенье, 27 мая. Начинаем первый кейс-брейк по коллекции недели звезд хоккей КХЛ. Коллекция посвящена матчу звезд. 10 блоков, 120 карточек, соответственно по 12 в каждом блоке. Много хитов. Все карты малотиражные. Сначала посмотрим номера блоков, затем проведем вскрытие этих 10 коробок. 0,593. Первый блок. 2,037. 0,533. 0,480, 0,240, 0,188, 0,140, 2,084, 0,411. 0,350. Постараемся уложиться в одно видео. Карт не так много. Много хитов. Ожидают, я надеюсь, нас карты с тиражом One of One. Уникальные карты в единственном экземпляре. Возможно, даже несколько будет. Что ж, всем удачи. Поехали. Первый блок, номер его 0,240. Приступаем. 12 пакетиков в каждом блоке. Первая карта этого брейка. Автограф Лиана Ганеева. Второй номер из 5. Матч звезд ЖХЛ. Базовая карта Дмитрий Горлицкий, Северсталь. Тираж этих карт 25 экземпляров. Это максимальный тираж, насколько я помню. Эли Толванин. Опа. 23 номер из 24. Йокерит. Логотип матча звезд. Еще одна базовая карта. Игорь Гераськин. Также тираж 25 экземпляров. Клуб МХЛ «Алмаз». Еще одна карта Йокерита. Сами Лепестью. Базовая карта тиражом 25 экземпляров. Вот и первая буква. Зак Бойчак. Слован. Второй номер из 7. Тираж 20 экземпляров. Галия Нургалиева. Представительница матча звезд МХЛ. О, ЖХЛ, конечно, женской хоккейной лиги. Двойная джерси. Павел Крути и Денис Еркин. Тираж 30. Да, вот тираж 30 присутствует. В джерси не 25, как я говорил, минимальный. 14 тираж, соответственно, четный достается. А, ну точнее, как кому достается, конечно же, достается... клубом МХЛ в эту категорию относится. Денис Афиногенов, главный тренер клуба Агидель. Матч звезд ЖХЛ, тираж 20 экземпляров. Логотип дивизиона, тиражом 5 экземпляров. Пол Щихура, трактор. Осталось два пакетика в этом блоке.
автограф Владислава Кулиева, «Белые медведи», тираж 10 экземпляров. Это матч звезд молодежной хоккейной лиги. И, наконец, еще одна двойная джерси. Нестеров Уморк, 21 нечетный тираж, следовательно, конференции «Восток» и Салавату Юлаеву. Эта карта достается. Ну что ж, с первым блоком закончили. Можно приступать к вскрытию следующего блока. Ну, я думаю, в таком темпе уложимся мы в одно видео. 0,350 номер второго блока. И на старте у нас Владимир Мирошниченко, Красная Армия, 18. Тираж этой карты. Категорию МХЛ эта карта относится. Анастасия Чистякова, Динамо Санкт-Петербург. Базовая карта ЖХЛ, тираж 20 экземпляров. Динамо Минск, Марк-Андрей Граньяни. Базовая карта Динамо Минск, тираж 25 экземпляров. Игорь Никитин, ЦСКА, тираж 25, главный тренер армейского клуба в матче звезд КХЛ. Ну что ж, базу практически всю достали. Теперь у нас сплошные хиты поют. Ох, какой шикарный логотип. Логотип МХЛ, логотип лиги под серия. Мамонты Югры. Один из одного, карта Дениса Еркина. Вот, пожалуйста, мамонты Югры. Не зря за Югру была такая схватка ожесточенная. Шикарная карта досталась. Игорь Гераськин. Алмаз. Автограф, тираж 10 экземпляров. Матч звезд МХЛ. Павел Горохов, 10 номер из 10, также автограф матча звезд МХЛ, клуб «Витязь». Первый хит по «Спартаку» Дмитрий Калинин, 16 номер из 24, логотип матча звезд. Еще один логотип матча звезд, также тираж 24 экземпляра, на этот раз Таффан Кронвелл, Локомотив. Двойная джерси, Авангард Спартак, Мартынов Калинин, четный номер, второй номер из 30, следовательно, Спартаку достается эта карта. Конференция «Запад». Неделя звезд хоккея. Карта посвящена этому событию. Тираж 18, мне кажется, этих карт должен был быть. А, да, вот он, собственно, есть. 14 номер из 18. Логотип, один из логотипов матча звезд. Еще одна двойная джерси. На этот раз Северсталь Сибирь. Юлиус Гудочек и Алексей Красиков. Снова четный тираж и снова конференции «Запад» достается эта карта. В данном случае это «Северсталь». Ну что ж, второй блок благополучно пройден. Переходим к вскрытию третьего, номер его 0480. Финогенов, базовая карта главного тренера Гидели, участника матча звезд ЖХЛ. Ну, а вот и одна из участниц матча звезд
ЖХЛ Надежда Морозова, пятый номер из пяти, автограф, клуб «Бирюса». Двойная джерси, Найджел Доус, Илья Ковальчук, 29 номер из 30, нечетная карта, следовательно, конференции «Восток» и «Барысу». Остается эта карта. Магнитка, Алексей Береглазов, базовая карта матча звезд, тираж 25 экземпляров. Еще одна карта Эли Толванина. Базовая карта, Йокерит, 16 номер из 25. Автомобилист Йокерит, Никита Трямкин и Сами Лепестью, двойная джерси, 19 номер из 30, нечетный номер, соответственно, конференция «Восток» и автомобилист. Чарльз Генуэй, Лада, четвертый номер из пяти, автограф. Невостребованный оказался в торгах Лада, но, в общем-то, кто не взял, сам виноват. Витязь, логотип матча звезд, 21 номер из 24, Войтех Мозик. Тираж 18 экземпляров, Павел Правила, или Правила, Атланта, Атланта, клуб МХЛ. Кирилл Зубковский, один из фарм-клубов СКА, базовая карта матча звезд МХЛ, второй номер из 18. Эмиль Гарипов, буковка, да, буковка из фамилии Эмиля Гарипова, обладателя Кубка Гагарина этого сезона, команда Акбарс, четвертый номер из 7, мои поздравления, уже вторая, по-моему, буква в этом брейке. И сразу еще один хит по Акбарсу, Андрей Марков, первый номер из 5, логотип дивизиона. Вот так вот Акбарс стрельнул у нас дуплетом в конце третьего блока. Но мы начинаем вскрытие четвертого. 0-4-11 номер этого блока. Приближаемся потихоньку уже к экватору брейка. Так вот оперативно, в отличие от базовых коллекций. Эта коллекция пролетает незаметно. Илья Морозов, второй номер из 10, автограф. МХЛ. Клуб «Сибирские снайперы», да? Фан-клуб Сибири, насколько понимаю. 18 тираж карты, Павел Сахаров, Сарматы. Также матч звезд МХЛ, только на этот раз базовая. 25 тираж карты Галыма Мамбеталиева, тренера «Барыса», участника матча звезд КХЛ. У нас клюшечка, если меня подводит ощущение, клюшечка не кого-нибудь, а Эли Толванина. Ну, с Павла простава, мне кажется. Первый номер из двух. Кусок клюшки с финским флагом. Эли Толванин, Йокерит. Третья карта уже по Толванину, ну и эта карта, безусловно, номер один среди всех выпавших пока что. Алмаз, тираж 25 экземпляров, базовая карта, Игорь Гераськин, матч звезд МХЛ. Локомотив, точнее его фарм-клуб, клуб Лока, если не ошибаюсь, называется. Второй номер из 10, автограф Николая Коваленко. Двойная джерси, Салават Юлаев СКА, Владимир Ткачев, Никита Гусев, четвертый номер из 30, четный тираж, конференция «Запад»,
Команде СКА достается эта карта. Бирюса, базовая карта, тираж 20 экземпляров, Екатерина Добродеева, клуб ЖХЛ. Еще один логотип матча звезд, тираж 18 экземпляров. Это логотип как раз матча звезд КХЛ, мне кажется. Владимир Ткачев, Никита Гусев, и снова двойная джерси этих игроков, на этот раз нечетный тираж. Точнее, не тираж, а номер карты, номер 3 из 30, следовательно, конференции «Восток» и Словата Юлаева. Ну, вот видите, справедливость восторжествовала и одной, и другой команде. Карта досталась снова. Эмиль Гарипов, голкипер, обладателей Кубка Гагарина этого сезона. Логотип матча звезд, 19 номер из 24, команда «Акбарс». И снова логотип, на этот раз Кубка Вызова. Пятый номер из 18. Ну и заодно фирменная шайба этого матча. Закончили вскрытие очередного блока. Переходим к пятому уже по счету. 0-5-33. Двойная джерси, Владимир Ткачев, Эли Толванин. Нечетный тираж, Салават Юлаев, Йокерит и, соответственно, конференции «Восток». Достается эта карта Салавату Юлаеву. Тираж 9 экземпляров, джерси, автограф, Найджел Доуз, Борис, пятый номер из 9. Владимир Ткачев, базовая карта, тираж 25 экземпляров, Барс. Еще одна двойная джерси, снова Эли Толванин с Сергеем Мазякиным из «Магнитки». 23 номер из 30, нечетный тираж, следовательно, «Магнитки». Повезло в этот раз. Пол Щихура, логотип матча звезд. Трактор, Челябинск, 15 номер из 24. Игорь Шестеркин, СКА, базовая карта, матча звезд КХЛ, 4 номер из 25. Павел Крутий, фарм-клуб Кунлуня, матч звезд МХЛ. 9 номер из 18. Еще одна базовая карта матча звезд МХЛ. Александр Тебеньков, клуб Томирис, представляющий фан-клуб Бориса, я так понимаю. Сами Лепестя, автограф, 5 номер из 5, Йокерит. Ну, по Йокериту просто сумасшедший брейк получается. Динамо Рига, логотип матча звезд, Микс Индрашис, 24 номер из 24. Здесь у нас клюшка, если не ошибаюсь. Владимир Ткачев, Салават Юлаев, 4 номер из 9. У Толунина, конечно, наряднее была клюшка, но по Акбарсу брейк получается отличный. Думаю, что грех жаловаться. Базовая карта МХК «Динамо». Представитель МХЛ Иван Муранов. Ну что ж, половина блоков вскрыта. Переходим ко второй половине. 2-0-84. Анастасия Чистякова, «Динамо» Санкт-Петербург, матч звезд ЖХЛ.
Двойная джерси Найджел Доус и Илья Ковальчук. Была уже такая пара. На этот раз четная комбинация и команде СКА. Остается карта. Предыдущая, кстати, мне кажется, Барысу досталась, так что справедливость снова восторжествовала. И тому и тому клубу досталось по карте. Логотип матча звезд, автомобилист Никита Трямкин. Тираж 24 экземпляра. Базовая карта. Мамонтов Югры, Денис Еркин. Тираж 18 экземпляров. Матч звезд. НХЛ. Динамо Санкт-Петербург, Артем Чернов. Это матч звезд. Также МХЛ, базовая карточка. Еще одна двойная джерси и снова Мазякин Ковальчук. 25 из 30, нечетный тираж и магнитки отходят эта карта. Егор Мартынов, авангард, автограф, третий номер из 5. Матч звезд КХЛ. Ангелина Гончаренко, клуб «Торнадо», второй номер из 5, автограф. Это, видимо, тот самый автограф, который шуточный. Там, где девушки и участники матча звезд мужчины подписывались необычным образом. Честно говоря, не совсем понимаю, что тут. Линчик, видимо. Линчик, Ангелинчик. Интересная задумка. Кирилл Капризов, базовая карта ЦСКА. Тираж 25 экземпляров. Очередная клюшка. И снова Денис Еркин. Но он сегодня просто хитует. Логотип МХЛ, по-моему, также был этого игрока. На этот раз клюшка. 4 из 9. Мамонты Югры. Игра прям необычайно стрельнула в этом брейке. Если от Йокера это еще можно было ожидать с Акбарсом, то Югра неожиданно выстрелила. Лину Сумарк, Салават Юлаев, базовая карта матча звезд. Последняя карта в этом блоке. Никита Рожков. Автограф, 10 номер из 10. Стальные лисы, фарм-клуб магнитогорского металлурга. Два ноля 37. Номер очередного блока. Фануза Кадирова. Базовая карточка матча звезд ЖХЛ. Мартынов Калинин. Авангард Спартак, 9 номер из 30, нечетный номер карты. Авангарду достается это джерси. Егор Мартынов, авангард, автограф, 5 номер из 5. Авангарда, такой дубль получился. Павел Сахаров, клуб Сарматы, и 3 номер из 3. Это, видимо, тоже шуточный автограф. Сахарок, я насколько понимаю, написал Павел Сахаров. Вот так вот он себя оценивает. Павел Варфоломеев, Югра. Базовая карта матча звезд КХЛ. Локомотив Стаффан Кронвелл. Базовая карта матча звезд КХЛ также. Очередная двойная джерси с участием Сергея Мазякина, на этот раз с Элли Толваниным, и второй номер из 30, четный тираж, и снова Йокерит, Толванин, фантастически просто в этом брейке, выстрелил, еще автограф осталось вытащить. Патрик Хёрсли, автограф СКА, четвертый номер из 6. Андрей Катюхин. Базовая карточка представителя матча звезд МХЛ.
Иван Муранов, базовая карта фарм-клуба московского «Динамо». Еще один Эли Толванин. Логотип матча звезд. 24 тираж. Клуб «Йокерит». Ну и в завершение, мне кажется, клюшечка. «Авангард», Егор Мартынов. 7 номер из 7. Симпатичный фрагмент. Все, закончили вскрытие очередного блока. Следующий блок 0140. Его номер. Валерия Павлова, автограф, 5 номер из 5, клуб «Бирюса», матч звезд, ЖХЛ. Базовая карта Евгения Медведева, «Авангард». Отличная карта Линуса Умарка, 1 номер из 5, джерси плюс автограф, Салават Юлаев. Пол Щихура, Никита Гусев, 10 номер из 30, четный номер, следовательно, СКА достается эта карта. Стаффан Кронвал, «Локомотив», логотип матча звезд, 13 номер из 24, «Локомотив», Ярославль. Андрей Назаров, тренер «Нефтехимика», базовая карта матча звезд. Спартак, Дмитрий Калинин, шикарный кусок с логотипом матча звезд, 2 номер 24. Буква «Нефтехимик», Илья Ежов, 3 номер из 5. Мои поздравления. Фарм-клуб СКА, матч звезд МХЛ, Евгений Калабушкин, базовая карта. Матч звезд ЖХЛ, 1 номер из 20, Динамо Санкт-Петербург и Анастасия Чистякова. Очередная двойная джерси Мазякин-Ковальчук. Четный тираж и команде СКА. Точнее, четный номер, конечно, тираж. У этих карт у всех четный. Тираж 3. Ну и в завершении базовая карта Екатерины Лобовой. Клуб «Бирюса», матч звезд женской хоккейной лиги. Остаются у нас последние два блока. Номер первого из них 0593. Девятый по счету блок. Выходим на финишную прямую. Были уже и карты один из одного, и клюшка один из двух или трех, уже не помню, из двух, по-моему, Толванина. Денис Паршин, «Торпедо», 4 номер из 4, логотип дивизиона. Клуб «Чайка», матч звезд МХЛ, Владислав Шаманин. Матч звезд уже ЖХЛ, Фатима Китайбекова. ЦСКА и базовая карта Никиты Нестерова. Галия Нургалиева, автограф. Галёка. Вот так вот девушки старались оригинально представить себя на этих картах. 5 номер из 5. Автограф матча звезд ЖХЛ. Двойная джерси. Андрей Марков, Войтых Мозик. 30 номер из 30. Четный номер карты клубу «Витязь» достается.
Очередная клюшка, Павел Подакин, клуб Сочи, Супермен, как вы видите. Первый номер из 7. Еще одна редкая карта, Денис Еркин, просто звезда этого брейка, он и Толванин, просто ноздря в ноздрю проходит этот брейк по хитам. Клуб «Мамонты Югры», первый номер из 9, автограф джерси. Слават Юлаев, Линус Сумарк, также претендующий на звание лидера этого брейка по количеству карт хитовых. Слават Юлаев и логотип дивизиона. Илья Ковальчук, также логотип дивизиона, тиражом 4 экземпляра, номер карты 3, СКА. Николай Коваленко, Локомотив, представитель матча звезд МХЛ. Последняя карта в блоке, это двойная джерси, Линдон Вей и Зак Бойчак. Словом, 19 номер из 30, нечетный тираж, следовательно, Борису досталась эта карта. И у нас на очереди последний блок. Номер этого блока 0188. Третий номер из 10, Егор Коробкин. Стальные лисы. Фарм-клуб Магнитки. Зак Бойчак. Вообще рисунок. Не обращал внимания, неужели у всех-то. Автограф. Первый номер из 5. Это, видимо, шуточный автограф. Поэтому и шарж с обратной стороны карты. Не могу сказать, что здесь нарисовано, но что-то оригинальное. Базовая карта, Брэндон Козун, Локомотив. Кевин Далман, Борис, также базовая карта. Павел Крутий, логотип матча звезд, фарм-клуб Кунь-Луня. У нас еще одна клюшка, Егор Мартынов, Авангард, пятый номер из 7. Стаффан Кронвелл, Локомотив, логотип матча звезд, тираж 24 экземпляра. Двойная джерси, Сергей Мазякин, Микс Индрашис, магнитка Динамо Рига, номер карты 2, следовательно, конференции Запад и Динамо Риги остается от карты. Никита Михайлов, матч звезд МХЛ, сибирский снайпер, я так думаю, соответственно, Сибири. Александра Вафина, клуб Эгидель, матч звезд ЖХЛ, базовая карта. Остается два пакетика. Предпоследняя карта этого брейка, двойная джерси Пол Щихура, Никита Гусев, трактор СКА, 12 номер с 30, четный тираж, следовательно, команде СКА. Ну и последняя карта, это базовая карта матча звезд ЖХЛ, Зарина Тухтиева. На этом все, спасибо за участие, до встречи в следующих брейках.